Добрый день, уважаемые зрители канала «Садовый мир». У нас сегодня очередной выпуск, где мы делимся своим опытом практическим в сфере применения вот такой вот первой безнитратной, умной космической добавки. Это цион для различных видов культур. Напомню, мы с вами уже его использовали для выращивания овощей в нашем зимнем проекте «Огород на подоконнике». Использовать цион для овощей. В прошлой программе мы посеяли зелень и добавили его в почвосубстрат именно из группы цион для зеленых культур. Ну а сегодня пришла очередь в очередной раз протестировать его на наших цветочных культурах. Напомню, в зимнем проекте «Огород на подоконнике», точнее, зимний сад уже, наверное, правильнее будет назвать, у нас участвуют два замечательных гибрида. Это Тайна и Мишель. Видите, габитус растений отличается, потому что это растения из разных серий, разный куст они будут формировать. И тем не менее, посмотрите, буквально полторы недели назад я провела перевалку саженцев петунии в новый объем контейнера. Напомню, у меня были сначала стаканчики 200 мл, потом я перевалила в объем почвы субстрата пол-литра. Контейнер прозрачный и хорошо видно, кроме того, что шикарная наземная часть нарастает. Посмотрите, очень много боковых побегов. Уже появились зачатки бутончиков. Вот, например, Мишель уже выбросила 20 точных бутонов. Прищипывать от петунии я не буду. Кусты будут формировать себя сами. У них это заложено генетически. Остановлюсь более подробно на корневой системе. Из моего наблюдения, из всех групп культур, и зеленых, и овощных, и цветочных, я сделала вывод, что растениям эта добавка очень нравится. И именно непосредственная близость к корневой системе оказывает на них благотворное влияние. Именно в результате вот этого ионного обмена питание растения по запросу. Растение выделяет продукты метаболита и получает питательные все элементы уже из грунта благодаря гранулам циона. Посмотрите, там, где корешочек встречает гранулу циона на своем пути, он буквально обнимает, оплетает ее своими корневыми волосками. И сразу видно, что вот такое соседство нашим саженцам очень нравится. По цвету листвы наземной части можно сказать, что растению всего хватает. Я говорила, что все мои растения в зимнем проекте разделены на две части. Одна часть у меня используется в подмешивании к почвогрунту различных добавок. Цион для зеленых культур, для овощных, для цветочных. А другая группа растений, вторые дублирующие варианты каждого вида растений, они идут у нас в традиционной агротехнике. Там уже используются корневые, листовые подкормки. И я, конечно же, склонна к тому, что вот этим растениям, кроме циона, здесь уже практически ничего не нужно. Сейчас мы приготовим новый объем почвогрунта, в который традиционно добавим цион для цветочных культур, посадим в больший объем, где эти кусты продолжат свое благополучное развитие, и надеюсь, что в скором времени они порадуют нас первыми цветами. Дорогие друзья, свои петунии я буду пересаживать вот в такие горшки объемом 4 литра. Конечно же, у них уже есть дренажные отверстия. На дно каждого горшка я положила керамзит средней фракции высотой 2 см слой. И, конечно же, я сейчас горшки заполню готовым почвогрунтом, в который добавила из расчета на каждый литр 2 столовые ложки вот этого ионитного субстрата для цветов. Кстати, я посчитала, мне не хватило буквально еще 1 литра. Я добавила литр земельки, и сейчас на ваших глазах я добавляю буквально еще 2 столовые ложки этой замечательной добавки. Потом нужно будет тщательно перемешать. Если вы положите чуть больше, ничего страшного. Кстати, если у вас очень большой объем, предполагается работа с рассадой, можно взять сразу готовый крафт-пакет. Он, кстати, идет с разным объемом. И удобная застежка, если у вас остатки перейдут на следующий сезон, вы аккуратненько просто закрываете и можете его хранить в течение продолжительного времени. Пока я перемешиваю, давайте остановимся еще на некоторых моментах. Вы часто задаете вопросы, можно ли использовать цион универсальный для всех групп культур, которые вы используете в рассадном периоде. Конечно же, можно, но вообще у нас все растения по требованию, по запросам берут совершенно разные макро, микро и мезоэлементы, которые содержатся в почве. И поэтому ионитный субстрат сопровождает их в виде ионного обмена. Они поступают растению непосредственно по запросу. Кстати, если вы работаете с небольшим объемом почвогрунта, достаточно вот такого саше 30 граммов. Ну или вот, допустим, вот такая банка, она идет по 700 грамм, и вам ее хватит, конечно же, надолго. Не спешите расставаться с почвосубстратом после того, как растение отживет свой век. Высыпьте эту почву на грядку, цион сохраняет свои полезные свойства в течение нескольких сезонов и поработает на благо растений еще не один год. Вот у меня почвогрунт уже полностью размешан. Я сейчас аккуратненько наполняю на 2/3
горшочек. И дальше покажу вам, какая есть одна небольшая тонкость при пересадке растений из рассадной тары, именно уже с участием циона, на новое место жительства. Итак, горшок у меня практически полностью наполнен, обратите внимание. Сейчас я из пакета на тарелочку выкладываю пару ложечек ионитного субстрата цион для цветов. Сейчас расскажу, для чего он нам нужен. Вот такой у меня саженец петуния готов к перевалке. Я аккуратненько надавливаю по периметру стенки контейнера для того, чтобы аккуратно отделить почвенный ком. Дальше аккуратно. Это я проговариваю все для новичков, кто будет в этом году впервые выращивать и приручать такую красавицу, как петунья. Вот посмотрите, благодаря придавливанию контейнера у нас полностью отделился почвенный ком без разрушений, без обрыва корней. Посмотрите, корневая система как хорошо сформирована. Это буквально через полторы недели после перевалки. А сейчас самое важное. Мы с вами формируем ложа внутри контейнера, практически заполненного горшка. Чуть-чуть на дно луночки я присыпаю несколько гранул циона. Опудриваю ком почвенный, который мы достали из рассадной емкости. Ничего страшного, пускай наши корешочки контактируют. Помещаю его аккуратно на дно лунки, слегка заглубляю. Делаю таким образом, чтобы не поломать листочки, чтобы у нас корневая шейка не выступала высоко над поверхностью земли. Чуть-чуть формирую почву вокруг. Сейчас я подсыплю еще почву вокруг нашего кустика. Почва, субстрат у меня в меру влажный, поэтому после того, как я закончу перевалку, я, конечно же, растение обязательно полью. Конечно же, процесс пикировки, перевалки предполагает мусорность, но ничего страшного, это приятная работа. И последующая уборка не будет нам в тягость, поскольку мы даем зеленый свет нашим растениям. Они вступают в новую эпоху своего развития. Посмотрите, совсем по-другому наше растение заиграло в новом горшочке. Сейчас я подбавляю почвенный субстрат, в который добавлен уже цион. Кстати, цион не содержит никаких гормонов роста, ростостимуляторов. Не является минеральным удобрением. И в то же время он содержит в 60 раз больше питательных веществ, необходимых для растений на любом этапе развития. Кстати, цион мы добавляем и при посеве, и при перевалке, пикировке, и при добавлении в лунку, при пересадке на постоянное место роста, грядку, например, когда будем высаживать перцы, томаты. Отлично. Наши посленовые культуры, да и огурчики тоже отнесутся к такой добавке. Ничего, это небольшой творческий беспорядок. Чуть-чуть похлопываем по стенкам контейнера. Грунт припосаживается. Очень важно по периметру саженца почву уплотнить, убедиться, что контакт почвы с корнями у нас продуктивный. И не забывайте полить свои растения после перевалки. Это очень важно. Добавка циона в почву-грунт улучшает адаптационные свойства растения после пересадки, перевалки. Они лучше приспосабливаются к новым условиям и потом очень быстро тронутся в рост. Благодаря нас за такую питательную добавку. Ну вот, моя петунья красавица обрела новый домик. Впереди у меня перевалка очередных саженцев. Что я хочу сказать? Вы часто задаете вопросы, на какой стадии развития растений можно использовать цион. Да на любой. Я уже вам сказала, что начиная с посева, укоренения черенков, высадки рассады и внесения в качестве подкормки в престоловой круг любого растения, можно использовать цион на протяжении всей жизни растения. И даже если оно уже отработало, отжило свой век, почву-субстрат мы можем эффективно использовать неоднократно. Также задаете вопросы, как следует правильно хранить ионитный субстрат цион. Никаких особых условий для хранения не требуется, просто плотно закрываете баночку, крышечку, резких перепадов и высоких, низких температур он не боится. Можете хранить его в любых условиях. И, конечно же, он абсолютно безопасен, инертен для животных и самого человека. Поэтому работать с ним приятно, безопасно. И я вижу результат налицо.
У меня много впереди работы. Далеко своих помощников я не убираю. Впереди рассадный период. Большая высадка рассады в грунт. Надеюсь, что мой опыт наглядный вам поможет. И, конечно же, вы не будете бояться использовать какие-то новые новинки, инновации, которые наши ученые разрабатывают, отечественные ученые, подчеркну, стараются для нас, садоводов, чтобы улучшить жизнь растения, активировать все процессы, которые заложены природой, матушкой на уровне каждой клеточки растения, и сделать эту жизнь максимально беспроблемной и эффективной. До новых встреч, друзья! Щедрого вам урожая и прекрасных цветов!